Привезли в Казань 4 килограмма наркотиков 6 видов. С такими гостинцами в столицу республики хотели заехать жители Новосибирска. Но не успели. Их автомобиль остановили на одном из стационарных постов полиции для проверки документов. По виду водителя инспекторы поняли, проверять придется не только бумаги, но и салон иномарки. Какое разнообразие наркотиков нашли, знает Вероника Гайнудинова. Под сиденьем водителя Toyota сотрудники ГИБДД обнаружили два свертка с надписью 300. Но куда больше запрещенных веществ люди в форме обнаружили в багажном отсеке. В багажнике черный пакет был обнаружен. Черный пакет, внутри которого таблетки все же синие. За рулем Toyota был 40-летний житель Новосибирска. Он направлялся в сторону Казани вместе с 39-летней землячкой. Их автомобиль остановили для рядовой проверки документов. Но так как водитель вел себя подозрительно, инспекторы приняли решение о досмотре автомобиля. 7, 8, 9, 9 свёртков. Дальнейшая экспертиза показала, новосибирец перевозил в автомобиле свыше 4 килограммов наркотиков. Это гашиш, кокаин, амфетамин, МДМА, мефедрон и ЛСД. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ведется расследование. И водителя, и пассажирку задержали. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.